Снова здорово, друзья, мы вернулись. И это у нас, что это? Mobile Legend Adventure. У меня есть немножко кристаллов, а именно 7480. Давай посмотрим алтарь желаний. Блин, 20 кристаллов надо еще где-то набомбить. Ну-ка, здесь есть что? Так, здесь нет ничего. Мгновенно... А, нет, здесь мы только можем потратить... Блин, а где мне еще взять 20? О, Вавилонская башня. Давай попробуем здесь рубануть. Я немножко за кадром Вавилонскую башню попроходил. Ее на самом деле неинтересно проходить. Все одно и то же. То есть, ну не знаю. Короче, я ее не записывал. Сейчас у нас идет 51-й, по-моему, или 41-й уровень. Сейчас мы выиграем и посмотрим. Вообще, знаешь, я как-то не заметил, что у нас так дохера. Вдруг резко получилось кристаллов. За кадром, что я делаю? Хожу в лабиринт, выполняю испытания, точнее прохожу испытания. А что у нас еще? На арену хожу 3 раза. И... Да по-моему все. Вот прям я реально ничего не делаю, чтобы прям столько рубинов давалось. Единственное, я заметил, откуда сегодня много рубинов упало. Кристаллы, рубины, алмазы. Как они правильно вообще называются? Алмазы, во. Портал времени. Вот здесь вот есть крестовый поход. Я его прошел, то есть крестовый поход. И вот это испытание прошел. И за каждое из них, естественно, отдельно, вот здесь вот в заданиях, в достижениях, по-моему, давалось алмазов. И плюс при выполнении их всех еще дали 400. То есть прям вообще хорошо так... скомбинировал, можно сказать. Так, у нас 7510, пойдем в алтарь желаний. И мы с тобой сегодня сделаем 30, мать его, призывов. И возможно даже сделаем один чудо-призыв. Или кто ты? Короче, не знаю, что это, но призовем. Давай. Ну, мы рисуем как обычно. Итак, смотрим. Это дрянь. Это Рафаэль, кстати, мы уже в 5 звезд завезли, неплохо. Дрянь. Херня. Отстой. Опять Рафаэль. Франко, не знаю зачем. Так, циклоп. Да чё вы все одно и то же, это падает, алё. Зацени, 2 циклопа, 3 Рафаэльки. Охереть не встать. Блин, ну это реально херня какая-то. А ну давай еще Рафаэлей тогда. Бред, фигня. О, Хильда. Да, это, кстати, новый персонаж, у нас его с тобой не было. Так, Бруно уже был. Ох ты ж, ёбушек, смотри-ка ты, Сайбер вылез. Зачет, сразу в 5 звезд, прям вообще хорошо. Еще кто-то будет интересный? Маньяк, сам ты маньяк, слышь. Ну давай вот так вот еще сделал. Бля, как сердечки рисовать? Не умею я сердечки рисовать, никогда этим не занимался. А ну. Так, Кусака. Есть, есть, есть. Мимо. Отстой. Говно. Хрень. Да ладно. Сегодня день циклопа, Сайбера и Рафаэль. Вот я тебе отвечаю. Так, вот это что? Как мне им воспользоваться? Каждый прямый призыв, чудо-призыв дает 10 очков сундука. Набрав 1000 очков сундука и выполнив одно из следующих условий, достигнуть VIP-3 или выше, пройти главу 11-15 компании, вы сможете открыть... Ах, так ты нихуя себе! Вот это прям вообще нечестно, неинтересно. Это как я должен VIP-3-то? По-любому за бабки. VIP-3 же просто так не дают, только если за бабло-баблосики. Сайбер. Сайбер, наверное, неплохо. Хильда. Хильда неинтересна. Хильда в 3 звездах. Сайбер, где он у нас? Вот ты у нас. А, кстати, погодь. Сейчас мы же еще можем сделать... Так, это хорошо. Это хорошо. А ну, давайте... Ой, вот это... Ой, вот... Ой-ой-ой! Вот это да. Вот это прям по нашу душу, я тебе скажу. Так, что у нас на почту прилетело? Что, еще 5 раз? А, еще 9? Слышь, как мы сегодня вообще жгем с тобой просто по-дикому. 39 призывов. 39.
Так, Тигрил, хорош красавчик. А ну давай еще там, я не знаю, опять Сайбера. Так, Мия, ладно. Ну-ка напиши мне в комментариях, Сайбер он вообще хорош, нет? Каково оно? Так, неинтересно, еще 4 там, по-моему, призыва было. А ну давай еще. Не, ну это уже дрянь какая-то, полнейшая, фу, падает. Прям вообще невкусно, неинтересно. Кусака в 4 звездах. Все, закончили на этом. Наконец-то. Так, алтарь слияния, что там еще? Мия, есть, молодец. В 5 звезд, отлично. Где-то у меня, слушай, 5 звезд все больше и больше становится. Давай смотреть. Сабер, ну давай, мы его, естественно, прокачаем немножко, маленько. Хорош, пойдет. New skill, да. Да, молодец. Давай еще. До 40-го. Не, не допрыгнешь. Давай мы тебя приоденем. А здесь, я не знаю. Ну давай сюда немножко. Прям не сильно, прям чуть-чуть совсем. Лесли у меня, кстати, за кадром выпала. Также Аврора раздают на данном этапе бесплатно. Если что, заходи, бери. Сайбер, это у нас боец, убийца. Спецификация заряд. Можно попробовать его ставить вместо Тигрила, но мне жалко. Пошли мы сейчас поюзаем, знаешь что? Мы сейчас с тобой заюзаем компанию. И посмотрим, кто у нас где. Давай мы с тобой Бруно убираем. Ставим Сайбера. Тигрила убираем. Ставим вот так. Во, вот так вот. Ой, вот так хорошо, наверное. Слышно, песенки поет. Ты нихуя дикая. И теперь посмотрим, что у нас из этого получится. Ну, компания на данном этапе легкая, по идее, для нас должна быть. Потому что силенок-то у нас 22 тысячи, если я не ошибаюсь. Я не скажу, что это прям сильно. Нет. Но пока что мне этого хватает. 21 300... А, ну потому что Сайбера мы поставили, с Тигрилом 22. Хотя, опять же, если мы Сайбера качнем, то, по идее, будет вообще неплохо. У нас получится один танк, один ближний боец, один стрелок, один маг и одна поддержка. Вот это, наверное, хорошо. По идее, сочетание самое то. Все классы будут по одной штучке. Сейчас мы с тобой все быстро разложим. Куда мы можем сегодня с тобой сходить? На арену. Я думаю, мы разочек покажемся. А вообще, нам надо главу проходить. До тех пор, пока мы не упремся формально в тупик. Плюсом здесь есть вот такой вот сундук, который нам жизненно необходим. Пойдем сюда. Героев я не знаю, каких качать. Пока что я думаю вкладываться в панду, в Тигрила и в Сайбера. Потому что они как ни крути, они все-таки уже в одной красной звезде. Поэтому можно пока за них поцепляться. Там дальше посмотрим. Тигрил меня не устраивает. Я тебе скажу честно, он разваливается, он, блядь, ну он реально какой-то слабенький. Вот куда бы я ни пошел, на арену, в лабиринт, да неважно куда, Тигрил обязательно умрет первым. Что бы ни случилось, Тигрил, сволочь, всегда умирает первым. Поэтому я думаю, что мы вместо Тигрила поставим, скорее всего, все-таки Сайбера. И даже если он не будет жить дольше, чем Тигрил, то он наверняка дамага нанесет больше. То есть пользы КПД от него, соответственно, будет больше. Но это мы еще проверим опытным путем. Так, хорош, 5-5. Главу мы прошли. Иди сюда, мои рубинчики, алмазики. Почему я их рубины называю? Ничего не... А, я знаю почему. Потому что алмаз, по идее, насколько я знаю, должен быть белый. А это фиолетовая какая-то фигня. А рубин красный. Поэтому, наверное, да. Поэтому это будет сраный рубин. Так, ты у нас кто? Лесли. Неплохой, кстати, дамагер. Мне прям вообще понравилось, как стрелок вообще отлично заходит. Прям хорошо. Не, ну Сайбер, конечно, раскладывает. Надо его все-таки покачать. Да, определенно стоит. А ты напиши, если знаешь, из того, что у меня есть. А на секундочку, это вот то, что у меня есть. Кого, если что, брать?
выкачивать, имеется в виду. В дальнейшем, потому что и по звездам их можно выкачать, и терам-барам. Пока что я поднимаю только вот этим вот пятерым чувакам. А, нет, подожди, не пятерым. Плюс Тигрил 6, плюс Аврора 7. Семерым я, получается, поднимаю уровень. Сейчас я всем подниму до 60-го, смотри. Вот у нас 60-й, получается, есть. А кому можно еще апнуть? А, никому. Не хватает нам пока чуть-чуть ресурсов. Пойдем. Ох, смотри, тоже убийца какая-то прикольная. Но, к сожалению, у нас лучше. А может и к счастью. Пока что у нас в основной кампании трудностей никаких не возникает. И это плохо, потому что я захожу, каждый день фармлю, но я фактически не прохожу. То есть ты прекрасно знаешь, что прохожу я только на видео. И, соответственно, если я не записываю, то у меня прогресс стоит на месте. Хотя я время от времени, в принципе, открываю бесплатные призывчики. Поэтому у меня могут появиться персонажи, о которых ты узнаешь только, соответственно, в следующей серии. Вот, но это происходит крайне редко. В любом случае, я коплю кристаллы для совместного открытия, для того, чтобы мы могли вместе насладиться минутами радости или горя, или еще какой-нибудь хуйней, эмоцией. Так, посмотрим, что у нас здесь по шмоту. Здесь. Понятно. Ничего мы одеть не можем, пошли дальше. Шестая глава у нас тем временем идет, по-моему, или пятая? Шестая или пятая? Ты не помнишь? А, здесь не пишется. Жаль. Ладно, сейчас дойдем, посмотрим. А ну-ка давай, Сайбер, покажи себя. Ой, так слышь. А он так-то вообще, походу, матерый. Прямо-таки хорошо, да. Пятая у нас компания идет. Но я думаю, мы сегодня пятую и шестую с тобой закроем. По идее, если мы не пойдем ни на арену, ни в какую-нибудь херню, то мы с тобой, по идее, можем закрыть и пятую, и шестую главу. Вот. В лабиринт мы сегодня с тобой не пойдем, потому что я не удержался, открылся новый лабиринт. Но как сказать не удержался? Слушай, я не планировал сегодня вообще записывать эту игру. Вот, но потом я взглянул на то количество кристаллов, алмазов, блядь, которые у меня есть. И я решил, что надо записать. Это что за Джеки Чан стоит тут? Ох, нихуя, не, это Конан. Окей, ладно. Беру свои слова обратно. Это Конан Варвар. Так, что у нас получается с тобой? Что мы пятую главу практически закрыли, да? 5.14, 5.15. Сейчас. Мне кто-то сказал, что Тигрил, в принципе, неплохо стоит в союзе с кем-то там. Вот. Но, опять же, у меня этого персонажа, как я понял, нету. Я забыл. Слушай, вот честно, из головы вылетело. С каким персонажем Тигрил неплохо стоит. Но он мне в любом случае не нравится. Нет, у него есть неплохие скиллы. В частности, мне нравится скилл подброс. Он, по-моему, подбрасывает. Опять же, у него ульта неплохая, которая притягивает соперников к себе и при этом еще оглушает. А ну-ка, покажи себя, маг. Оу, кто-то мокает. Все нормально у нас, не переживай. Хорош, затащили. Так, глава пройдена, давай мне суперприз. Новая возможность... Зал славы? Что это такое? Я прям захотел посмотреть. Так, еще два задания и получим 500. Здесь у нас что, отличненько. Следующая глава, переходим. Это у нас только часть первая, кстати. Еще есть часть вторая, часть... Третье и четвертое. Так, где зал славы? Покажи мне его. И что? О, элемент, техно, боевой, свет, тьма. Башня Вавилон, компания. Ничего не понял. То есть это прям кто докуда добрался или что? Что это означает? Но это, походу, реально зал славы. То есть это не какое-то испытание, это реально зал славы. То есть в прямом его понимании. Я-то думал, здесь какие-то испытания. То есть, ну, не знаю, ошибся я. Так, давай. А чё так много-то? А можно все сразу... Ах, охуе, это зал... Ой-ой-ой-ой-ой.
Ничего, серьезно? А когда мы сейчас с тобой опять пойдем призывать? Еще есть? Что не завершено у нас? Любой игрок на сервере проходит... общие награды. Я понял. Так, ну смотри, здесь можно, в принципе, подсмотреть бешеных персонажей, кто кем играет. Так, а это что, мы еще тут, что ли? Да ты так-то вообще дикий. 400 этажей башни, офигеть. Слушай, я запарюсь сегодня кристаллы собе... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, у нас точно будет еще призыв. Вот прям 100%. Так, смотрим, кто у нас технари идут. Ну-ка, покажи мне хороших технарей. О, Сайбер. Лесли. Слушай, а неплохо. То есть у меня уже два технаря, в принципе, есть хороших. А, по элементам смотрим. Аврора есть. Дальше боевой. Панда. Панда тоже хорошо. Ну, я уже примерно представляю, кого тогда придется попокачивать. Свет. Рафаэль есть. Опять у меня максимальная длина записи. Я ничего не могу сделать. У меня в телефоне нет настройки максимальной длины записи. Но при этом он меня всегда осаживает. Так, ну то, что это Алиса или как ее звать, это прям я вообще ни разу не сомневался. Потому что валит эта тварь просто жестко. На толпу она раскладывает моментально. 3930 тем временем. Ну давай еще с десяток, наверное. Гильдия, что такое? О, гильдия! А сколько стоит создать? 500. Я создам. Алтарь желаний. Давай, десяточек раз мы с тобой сделаем. Не знаю, вот так вот, короче, у нас получилось. Итак, смотрим быстро. Бальмонт есть. Херня есть. Бэйн есть. Лейла есть. Мимо. Мимо. Ой, там Алдос был. Ой, еще один Сайбер. Вот тебе Хилос. Вот тебе и отличненько. Шикарно. Шикарненько. Смотри, вот тебе Хилос, пожалуйста. Он у нас на элементах. И при этом он танк. Вот мне говорили, что он прям вообще хороший, прям бешеный такой сногсшибательный танк. И мы его, кстати, в рейтинге как раз таки испалили. А вот Алдос. А ну давай посмотрим в зале славы. Где он? Что такое почта? Че, еще 5 призывов? Да ладно. Ты прям сегодня надо мной издеваешься, игра. Ну давай еще 5 сделаем. Я ж не против, вообще абсолютно ни разу. Ну просто я не думал, что эта серия будет по призывам. Это сколько мы уже за сегодня призвали? Первый раз 30, потом еще 9, сейчас еще 10. Короче, слушай, ну за полтос мы перевалили. Погоди, давай посчитаем. 30, 40, 49 плюс 5, это сколько у нас? 54? Хорош. Я надеюсь, что я правильно посчитал. Хотя могу, конечно же, и ошибаться. 54 призыва у нас сегодня. Да. Иди сюда. Ты у меня новый танк. Все, не канает. Тигрил, походу, на пенсию у нас уйдет с тобой. Смотри, мы сейчас так вот просто берем. 7284. 18 тысяч. Не, он, короче, еще не скоро уйдет. Не скоро. А, погоди, стой. А если мы вот так вот сделаем, то сколько у тебя получится? 10 тысяч. А теперь на этого нацепим. 14. Блин, ну Хилос все равно получается. А, лечение баф. Урон контроль. Интересно. Интересно. А давай мы его с тобой заюзаем. Давай мы его с тобой возьмем и отправим, знаешь куда? А вот в компанию. А, не, в компанию же у нас не получится, потому что в компании у нас Сайбер. Короче, не, я думаю, что Хилоса нам определенно стоит покачать. Он должен быть прям вообще хорошим танком.
Отлично, сколько здесь? 6, 6, ну не знаю, пройдем мы сегодня или нет. Посмотрим, насколько длительный ролик получится. Помчали. Вообще, есть мнение, что нам здесь не имеет смысла ставить Рафаэль, по крайней мере в компании. Она на данном этапе очень легкая, и если мы поставим еще одного бойца или мага, то нам даже, наверное, будет проще в прохождении, то есть оно просто-напросто будет быстрее. Потому что формально нагнуть нас пока не могут. Так что давай мы попробуем... Аврора, Аврора. Давай попробуем Аврору поставить. Я просто не помню, одета у меня эта девонька или нет. Потому что от голой, как бы смысла от нее маловато на самом деле. Так, сейчас Сайберу будет плохо, походу. Я, походу, поспешил от Рафаэля избавляться. А ну, панда. Отлично. Ну, здесь, видишь, есть некоторое преимущество. Допустим, перед тем же лабиринтом. Когда в лабиринте мы теряем кого-либо, то мы его можем воскресить только... найдя специальный алтарь воскрешения, так сказать, либо создав этот алтарь. Здесь же мы можем терять всех бойцов до последнего, и последний может просто-напросто затащить. Так что у нас в любом случае есть всегда преимущество. Хорошо идем, мне нравится. Блин, не, ну по призывам у нас сегодня вообще классно получилось. И при этом еще 1500 кристаллов осталось. Это хорошо. Гильдию надо создать. Раз нам открыли возможность создания гильдии, то мы ее создадим. Я думаю, да. Я не знаю, правда, нужна она нам вообще или нет. Потому что гильдии у меня в разнообразных играх уже хватает. При том, что в некоторых играх я распустил даже гильдии. Либо передал их на... Скажи мне, я тебе скажу. На попечение другим. То есть, опять же, подписчики управляют моими гильдиями. Почему? Потому что я не успеваю за всеми следить. Так, давай-ка Лесли. Ой, Лесли молодец. Что там, циклопы? Мой Сайбер! Да похую так-то вообще на него. Ничего ему не случится. Одна на одного Сайбера больше, на одного Сайбера меньше. Здесь как бы уже такая ситуевина. До второй красной звезды. Мне интересно, что надо для того, чтобы скачать персонажа. Прокачать, точнее. По идее, это, наверное, надо слияние двух красных звезд. Точнее, двух персонажей по одной красной звезде. Соответственно, для того, чтобы был Сайбер в две звезды, нам не хватает всего лишь одного Сайбера в 5 звезд желтых. Я тебя, наверное, сейчас окончательно запутал, но, короче, ты понял, нам нужен еще один Сайбер. А сегодня он падает прям вообще хорошо. Я, может, даже где-нибудь за кадром попытаюсь найти рубинов еще на 10 призывов. Вдруг еще один Сайбер выпадет. Это будет прям вообще по-чумачечному. А ну. Ты тут шляпник, картежник, мне прям тоже заходит хорошо так. Но опять же, в рейтингах его, кстати, нигде нету. То есть, видимо, он мне заходит, а по факту-то он шляповый. Ну, не знаю, будем посмотреть. Мне вот он лично нравится. Хорошо лупит. Стоит такое себе, конечно, но опять же, для персонажа заднего ряда стоит он, в принципе, достаточно неплохо. Так, смотри, сейчас Бруно будем убивать. Все, Бруно нету. Так, а ну давай Аврора. Она будет долго колдовать. Она пока наколдует, уже все персонажи разбегутся. Но зато, по-моему, она сильно бьет. Так, 6-9. Нам бы повыполнять задание, нам дадут еще 500 алмазов. Итого у нас будет уже 2300. Хм, а это идея. То есть, может, мне даже и за кадром не придется где-то раздобывать алмазы. Может, мы и так найдем. А ну, панда, покажи себе. Опача. Как раскрутил четко. Так, давай, 6-10. Вот сейчас. А ты кто такой?
Слышь, нихуя Минотавр. Не, прикольно выглядит, кстати, мне нравится. А такой вообще существует персонаж, или они его чисто для главы придумали? Если только для компании, то очень даже жаль. Потому что он так-то это... Как танк вообще... Отлично выглядит. Так, вот тебе 200. Вот тебе 150. Вот тебе 500. Ой, все, 2730. Пойдем. Алтарь желаний, еще 10. Ваш список героев... Что? А, мой список героев пол... Да ладно. А вот это говно я могу продать? Улучшить. Погоди. Алтарь распыления. Убрать героя Во, распылить героя. Нафиг они мне нужны? Конечно, распыляй. Хорош. Во. Так. Теперь пошли. Еще десяточек. А, чтоб нарисовать. Ну, я даже не знаю. Что это получилось, я не представляю. Но это все равно. А ну. Мимо. Мимо. Такое себе. Мимо. 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 Сука. Говно. Эх. Не получилось у нас еще одного рубануть. Кого мы хотели, я уже забыл. Сайбера. Точно, Сайбера. Ну, блин. Было бы так-то неплохо, конечно. Но нет. Но нет. Так, смотрим. Ага, еще много мусора у нас с тобой различного появилось. Алтарь распыления. Вот это что такое? Кристалл алтаря после использования можно использовать для покупок в храме. В храме? Что за храм? Святилище. А что за храм? А, во. Так. Тут прям персонажа целиком можно купить, слышь. А, нет, нифига, фрагмент. Так Хилос дорогой. Хилос дорогой, его надо качать. Где он, Хилос? Я не знаю, какой твой мишен. Но мишен твой не комплитит еще ни разу. Тебе чего не хватает? Ага, вот тебе чего не хватает. А кто что-то... А, мы ж тебя раздели, да. Ну мы пока не будем. Мы, короче, Хилоса покачаем. Короче, шестую главу мы оставим с тобой на потом. Сегодня и так просто вот водопад. А, гильдию уже мы хотели создать, да? Чуть не забыл. Давай, создать. Гильдия. ФСН есть? Хотя почему ФСН? Фрисон? Гомес? Не влезает, сука. Тогда Фрисон, просто. А флаг редактировать. Блин, ну вот это я, честно говоря, не очень люблю, вот эти все редакторы. Фон. Фон Шнапс. Еще цветовая палитра, такое себе, конечно. Желтый, зеленый. Желтый. Почему здесь зеленого нет? Ну давай так сделаем. Ой, все хорошо. Так а мне теперь не хватает. Мне теперь не хватает. Ладно, но это мы с тобой сделаем тогда в следующей серии. Если интересно, обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Большое спасибо, что посмотрел. Хорошего тебе настроения. И пока.